Мы провели встречу в рамках подготовки к муниципальной кампании выборной 2017 года. Встречу со студентами, с ребятами, которые хотят быть в политике, которые видят себя в политике, как кандидаты, как работники, сотрудники штабов. Мы дадим те знания, которыми обладаем сами, которые дадут им приглашенные эксперты. Посмотрим все заявки, посмотрим, кто в каком формате хочет участвовать в муниципальной кампании. Сведем ребят, чтобы они могли познакомиться, может быть, поучаствовать в кампании совместно, помочь друг другу. И запустим уже с февраля нашу образовательную сессию. Нельзя кому-то обещать или кому-то строить иллюзии, что он изберется только за счет того, что попадет к нам в проект или будет рядом с политикой. Нет. Станет ли он депутатом, зависит только от самого кандидата и от его команды.